هل للمقترض أن يأخذ شيئا بدل قرضه؟ Может ли кредитор, то есть давший в долг, взять взамен своего долга что-либо иное? То есть пришел к тебе человек, говорит, я тебе должен был, допустим, например, 100 мешков муки. В данном случае муки нет, например, можешь забрать ячменем, например, и тому подобное. Давай не будем приводить муку или ячмень, потому что в них риба проходит. Допустим, дал у тебя в долг, взял у тебя в долг картошку, но возмещает, например, помидорами или огурцами или чем-либо другим. Разрешено, говорит, или нет? Яджуз лиль мухтарид иза халля л'аджаль ан яхуза шейан гайра кардыхи. Говорит, тому, кто дал в долг, разрешено, если пришло время выплаты долга, взять у должника что-либо иное, вместо того, что он давал. Говорит, «Бадаля карды ида тарада я аля далека», если оба на это согласны. То есть, как должник, так и кредитор на это согласны. Тогда в этом случае это разрешено. А если этот заменяющий товар больше по цене или лучше по качеству, чем тот товар, который кредитор отдавал, разрешено это или нет? Разрешено, если такого условия предварительно не ставилось. Это уже от кого? От чистой души должника, что называется. Так, а если меньше по качеству? Если кредитор сам на это согласен, то это разрешено. Если не согласен, то остаток остается как ответственность на ком? На должнике. Так, далее, следующий вопрос.